Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Final Fantasy 3. Ну что ж, в прошлой серии мы с вами пытались получить обратно кристалл, но этот засранец ускользнул, при этом разбил кристалл. И я пытаюсь сейчас выяснить, куда нам идти дальше. Надо будет к старости зайти. Так, удачи, удачи. Удача — это все фигня. Ну, блин, тут больше никого как бы нет, у кого спросить-то. Поэтому, наверное, нам стоит поплавать уже по миру. Отсюда мое первое свидание с миссис Сид. На наше первое свидание я пригласил миссис Сид в деревушку под названием Гисал. Особо там делать нечего, но они выращивают такие вкусные овощи. А я-то знаю, любят женщины это дело. Овощи. Ну, в принципе, да. Ладно. Нам здесь больше делать нечего. Будем тогда плавать. Смотреть, куда поплывем. Тогда использую магию взор. Так, там были. Давайте вот на соседний остров. Тут два поселения. Будем выяснять, куда нам. Блин, я думал, он не хочет садиться на корабль. Так, ладно. А что у тебя одето? Молот, удар молнией, удар ветром. Саламандра бьет огнем. Так, посох света. Посох света. Так, у тебя что одето? Жизни и просто меч. Окей, ладно. Тысяча. Неплохо. Совсем неплохо. Вот, наконец-то Зарт свой уровень повысил. Сколько же ж можно-то? Сколько можно? Так, а где тут у нас? Где-то же здесь должны быть деревни. Вот тебе раз. Вот тебе раз. Деревни-то отображались, но почему-то здесь их нет. Так, ладно, это все фигня. Это все фигня. Спокойно даже не поплаваешь. Сразу нападают все подряд. А давай использовать магию лечения на всех. Надо же подправить здоровье-то. Ушел.
Ладно. Не получилось, в следующий раз попробуем. Да что-то происходит, а? Ладно, пробуем еще разок. Во! Неплохо. Но Гу за счет меча восстановил свое здоровье. Я что-то не понимаю или что? Где поселение-то? Странно. Ага. Все, понятно, как туда попасть. Не с той стороны, блин, я поплыл. Вот это да. Ну, придется плавать. Придется поплавать. Тут, в принципе, не так-то сложно. Они даже не успевают атаковать. И это, если честно, хорошо. Мы зарабатываем драгоценный опыт. Здоровье при этом не тратим. Нет, здесь нельзя высаживаться. Окей. Ух ты, да ладно, серьезно. Кто-то даже пытался нас ударить. Неплохо, Зар. Мало-помалу, но мы добьемся своего. Ух ты, какой-то синий. Такого еще не было. Морской дракон. Но живой. Лед 2. Неплохо. Неплохо, совсем неплохо. Убил. Взял и убил. Убил Зара. Засранец ты. Дракон. Ну вот как так дальше-то продолжать приключение? Когда тебя с двух ударов выносят, блин. Ужас. Ужас. Я что-то даже не представляю. Ну, выходи ты. Да. Не понял. Так, вылазь. Так. Я хотел на карту посмотреть, не то сделал. По идее, должны дойти. А, она сюда и не пускает вообще. Да ё-моё, ну что ж ты не залез-то? Ох. А я вот чувствую, здесь будут серьезные противники. Ой, какие серьезные-то. Давай использовать душиед. Нам сюда просто рано. 288. 500. Ты издеваешься? Он реально издевается. Нам серьезно сюда рано.
Так, ладно, хорошо. Использую магию. Лечение 2. На всех. Туда предлагаю полетать. Нас сюда просто не пускают. Летим тогда в маленькую деревушку. Нельзя, да? Ну окей. Ну вылазь-то, ну. Дастар. Сколько стоит у вас ночлежка? 320 гилей. Ух-ух-ух. Что продаешь? Сильная зелезатая игла. И все. Может, это тебе продать? Щит никто носить не может. Доспехи тоже почему-то нельзя одеть. Ладно, пусть пока полежит. Побегаем по деревушке. Континент Далк находится к югу отсюда, но путь туда преграждает сильный ветер, сдувающий все на своем пути. Это я заметил, блин, уже. Искусство геомантии освоить нелегко, но когда вы добьетесь поставленной цели, ее эффективность будет трудно переоценить. Спасибо, но не надо. Так, писем нет. Что происходит? Левиафан. Тень озера бездонного качнется в тот день, когда тьмы оков очнется, взмахнет хвостом и в мир людей вернется. Ты сейчас про что рассказываешь мне? А ты про что расскажешь? В стародавнее время человек к нам подстать, на погибель себе сумел свет обуздать. Привело то свершение людей к сокрушению. Не замедлила смерть неразумных забрать. И пока эту землю бедой надломила, из подземного мира восстали 4 и развеяли тьмой ослепляющий свет. Равновесие в мире сохранит нас от бед. Так глупость не сила чуть мир не сгубила. Ты стихами забазарили. Я слышал, в Салоне есть самый быстрый из известных человечеству воздушных кораблей. А, то есть нам другой корабль дадут, что ли? Ты тоже стихами будешь тут напевать. Один сильнейший из рыцарей всех, страшась своей силы, умерил свой гнев. Во сне много лет ожидает он свет. Окей. Вы слышите этот звук, когда получаете предметы? И чё? Грохот земли? Это чё ещё такое? Ну-ка, грохот земли. Вызывает землетрясение? Прикольно. Так, ну мне бы сейчас бы воскрешить моего Зара. Геомант использует силу самой природы, создавая тем самым множество различных магических атак, зависящих от окружающей геоманта местности. Так, сначала по броне пройдемся, посмотрим. Жилет Гайи. Защита 35. Жилет Барда 32. Рунные наручи. Ох, использовать могут 3. Но одни у меня есть. Арку надо. И фей надо. Вот возьмем. Перьевая шляпа. Ого, для всех. Но... у гуса 10, у феи 10. Арку надо вот. Так, ну-ка давай экипировочка.
Перчатки вора. Блин, а тогда только еще одни купить, тогда ручные наручи. Надо будет еще купить. Да. Так, ладно. Идем. Для начала продадим. Продадим мы с тобой это мифриловые перчатки. Да ё-моё. Выбери мифриловые перчатки, спасибо. Кожаный шлем. Перчатки вора. А доспехи рыцаря, наверное, тоже продам, раз никто их носить не может. Блин, тихо. Перьевая шляпа никому не нужна. А вот руны наруч еще одни нужны. Хотя бы подними, блин, немного защиту. Вот жилета вообще нету, блин. Жилета не надо, гус. Гуса нету, жилета, это плохо. Это очень плохо. Так, пойдем смотреть оружие. Что у вас есть из оружия? Алмазный звонок. Не нужен. Арфа не нужна. Это тоже все не надо. Слабенько. Слабенько. Так, здесь мы все. Я ищу меч, зовущийся темным клинком. Это необычный меч. Говорят, что он выкован из самой тьмы. Ты его здесь ищешь? Лорд Багамут, дракон-повелитель, ждет смельчака, что проникнет в обитель. Силы получит его победитель. Грохот земли еще один. Чок-чоко-чоко-чоко-чокобо. Понятно. Песенка Чокобо. Так, а я сюда не смогу спуститься нигде? Водоем. Блин, а походу у вас тут нет фонтанчика, который мне нужен. Чтобы оживить моего героя. А если поспать, вряд ли он вас воскреснет. Что у нас там по магии? Не, ну столько тратить я не хочу. Здесь нигде не пройти. Да, ладно, тогда мы с этой деревушкой тоже с вами закончили. Потому что здесь больше никуда не пройдешь. Хорошо. Предлагаю туда вернуться обратно. Да куда же ты, ну? Надо воскрешить Зара первым делом. Фух, так, нормально. Ты думал, сейчас опять с кем-нибудь придется драться. Так,
оживлен и восстановлен, правильно? Да. Так, куда что-то нам податься? Так, используем магию. Взор еще раз. Так, там мы были. Туда никак не попадаем. Такс. Ну попробуем сейчас тогда вот к тем пещерам слетать. Может быть что-то получится. Так, ну мы здесь были. Мы здесь были. Нам там делать нечего. Давай сюда. Ага. Понятно, не сюда. Блин, а сюда никуда не попадешь. Тут везде горы. Да. Здесь вариантов нет. Скорее всего, чему-нибудь потом мы научимся. Потом только сможем пройти. И тут все в горах, блин. Здесь тоже не пройти. Облетели, блин, все. Ужас. Ты смотри. Вариантов-то вообще... мало остается. Ага. Значит, сюда тоже рано. Не пускают. Тогда к замку летим. Других вариантов я больше не вижу. Мы сейчас как полетим? Нормально, в принципе. Еще раз давай использовать взор. Да, только к замку. Пока других вариантов я больше не вижу. Все остальное у нас закрыто. Так. Либо поближе нам высадиться. Здесь вообще закрыто. Тут как бы вообще без вариантов. Ты сюда сможешь сесть? Нет, не может. Ну... ох, какие-то красные теперь, блин. От гуру... блин, да ладно, одни маги. Я чувствую, сейчас мы опять будем страдать. Эх, вот когда не надо, да, лечение?
Он сразу первым делом, блин. ...413. Лед 2. Все, сразу, да? Камень мимо. Камень мимо хорошо. Неплохо. Неплохо. Так, магия. Лечение 2. Ему срочно нужна броня, блин. Ну все, он здесь не попадает, я тоже. Тогда я что-то не врубаюсь, куда мне надо. Ну давайте там в пещеру была какая-то вроде. Хоть куда-то же надо попасть. Так, вот пещера. Где проще будет высадиться? Не-не-не-не-не-не-не. Выходи, выходи, давай. Так, сохранюсь пока. То мало ли. Храм Уны. Уны, хранительница мира грез. Она спит вечным сном. Ничто ее не разбудит. Она никогда не вернется из мира грез. Класс. Мы нашли ту бабку, которая нам привиделась тогда. Я тогда не понимаю, куда нам плыть, куда нам лететь. Давай еще раз взор. Туда не попадаем. Там уже везде мы были. Так, вверху поселение есть, там вверху поселение есть, и там еще есть какая-то пещера. Ну давайте я предлагаю сначала по поселениям пройдемся. Может быть там сможем все-таки купить для гуса какую-нибудь броню. А то ну жалко, блин. Парни, совсем без брони. По-моему, куда-то надо было сюда. Но я сюда не попадаю. Такс. И сюда не попадаю я. Прекрасно. У меня все меньше и меньше вариантов, куда вообще можно здесь попасть. Так, ты здесь сядешь? Это же вода. Не хочет. Ладно, давай сюда. Ты издеваешься? Реплит. А вы кто? Такс, надеюсь, сработает. Я. О нет, снова Чокоба. Что я делаю не так? Куи. Великий волк Ной жил когда-то на континенте Далг, однако он умер много лет тому назад. Thank you.
Так, сколько у вас стоит переночевать? 200. Ну, 200 это еще по-божески. Давай переночуем. Спал как убитый. Хорошо, что можно купить? Сильное зелье у меня есть. Это есть. Глазные капли одни возьмем. Так, вот этого тоже возьмем. Ой, нет, это слишком много. 9. Гиссал, ну давай одну возьмем. Хлеб лилипутов тоже давай возьмем. 10. Чтоб магию не тратить. Так, письма какие-нибудь есть? Нету. Так, ладно, ты у нас что? Говорят, великий волк Ной мог призывать и левиафаны, даже Багамута. Существа, призванные зовущими, всегда сильнее тех, кто является по зову заклинателя. Один из учеников Ноя, как говорят, охраняет мир грез, уснув вечным сном где-то в фьордах на юге. Мы уже нашли ее. Я пока даже не представляю, чем я тут... Оба-на. Подожди. Это поворот. Между нами говоря, ходят слухи, что где-то под островом в виде треугольника находится скрытая пещера. Что в ней такого особенного? Ну, говорят, эта пещера полна сокровищ. Где? Под островом в виде треугольника находится скрытая пещера. Вот это интересно. Эликсир. Ну, блин, эликсир уже тоже хорошо. Но мне надо перья феникса. Перья феникса. У вас тут... Где дома-то вообще? В которые можно попасть. Призывающая магия самая сильная из всех. Конечно же, если знать, когда ей воспользоваться. Когда-то давным-давно жил великий волк Ной. Он владел не только черной и белой магией, но также мог пользоваться и призывающей магией. Вот его я и хочу прокачать. Арку. Ну, что-то, блин, походу тут у вас ничего нет. А, вот. Ну, посмотрим, что торгуешь. Побег. Призывать Чокоба, изморозь. Можно, в принципе, прикупить, но мне пока некому ее отдать. Ну ладно, пусть будет. Хорошо. Так, всего по одному. Так, что, никуда нельзя попасть, что ли? Нет, вот сюда, по-моему, можно попасть. Я Гульгант. Наш дар позволяет нам заглядывать в будущее. Кто-то пытается заполонить этот мир тьмой. Это уже случалось раньше, но только со светом, и было это очень давно. Кто бы то ни был, он, похоже, не знает одного. Искусственное нарушение равновесия между светом и тьмой уничтожит оба мира. Что? Блин, плохо. Плохо в плане того, что нет брони хорошей. Для гуса. Блин, я здесь больше ничего не вижу такого, что нам тут может пригодиться.
Ладно, валим. Так. Давай спросить вещь. Хлеб. Осталась эта вот пещера. Ага. Остров в виде треугольника я вижу. В самом низу, в правом углу. Ну, давайте попробуем смотаться к пещере. А там уже дальше видно будет. Так, а вот и пещера. Блин, ты предлагаешь мне здесь столько плавать? Ну давай сплаваем. Древние руины. Предлагаю сохраниться. И продолжить уже в следующей серии. На сегодня все. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.